be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the... Красивые, да? Ага. Красота. Красота. Хорошо, пошли. Пошли. Прямо за нас. Застречай его, Дипро! Ну, застречаем его. Ой, ребята, опять в раю. Мы опять в раю. Так, ой, как красиво. С этой стороны я еще не снимала. Боже, красота. Музыка кричит. Сейчас... А туда можно пройти? Наверное, же можно. Вот туда, да, пройдем? Без понятия. Вот это вот какое красивое, Люда. Сейчас, смотри, вообще супер. Анна, стири меня. Я себя чувствую обманутой. Да, ну снимается. Вот оно, господи, боже мой. Замечание за замечанием. 150 гривен пот, друзья. Вот так вот. 150. Не-не-не, так подождите, нам целый день находиться надо. А, вечером будет. Подкормить. Да, вечером будет, конечно, трэш красиво. Ну, так... 150 гривен нас накормили? Ну да. А что, ничего с собой нельзя? Кстати, многие люди возвращаются. Ну, вон люди сидят, тут сейчас на лавочке по набережной гуляют. Сейчас я вам покажу, друзья. Половила, ты даешь. Давай, вставай. У нас дома можно прекрасно рыбу половить. Ой, какое красивое место. Это, ой, это я вообще. Да смотрю я, чего ты? Вот это красотища. Вот это красота. Гляньте. На заставку туда надо видео поставить, фотографию сделать. Да, Люда, как красиво. Ой, а там как красиво. Боже. Боже. Такие виды. Где мы живем? Какие-то эти. Полосы какие-то. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Что да. Это? Направление? Как река Днепр. Ну, там же соревнования, наверное, проходят разные. Угу. Да, смотрите, Днепр вот как... Я летала, видела с высока. Это вот победа. Победа 1 или 2. Вот люди поприезжали. Сейчас я сделаю нормальный. Ой, поприезжали. Отдыхают на машинках. Да. А мототруба, это что там за завод? Это завод Днепрогэс. Да, ой, палец, извините. Да, так близко. Это завод, это Приднепровск. Завод Днепрогэс. Вот, там электроэнергию вырабатывают. Здесь и Запорожье. Да, здесь очень красиво осенью попасть. Вот эти вот цвета яркие. О, рыбаки здесь рыбу ловят. Ой, щабака какая. Щабака. Щабака. Ой, какая. Дружочек. Че ты выбрал? Ну да. Ой, да сюда-то очень далеко надо идти. Это так надо далеко идти. Ну, это... ничего, пошли, ну пошли, потом будешь меня тянуть назад. Идут. Мы сейчас по мостику. А работа кипит все равно. Красиво здесь сделали. Какие-то как канавы. Скоро приватизируют и вот эту вот фигню, что мы не сможем, наверное, и ходить здесь. Я здесь помню, по молодости был пляж, насыпь, на пляж ходили. Ой, цапли какие, блин. Где? А он. Жалко, я их не увижу. Вон они. Большие-большие. Как поливают водичка. Знаете, интенсивно. Это вот покрытие. Да. Людочка снимает тут-то. Вот сколько людей, смотрите, идет. Ну да, это надо зайти на целый день, если по 150 на человека. А если семья? А если семья? Да что ж такое? Переворачивается. До, сегодня а лет 15, 16. 16, да. Это 10. Ты думаешь, это видео? Думаешь, я это видео сохраню? Очень.
красиво. Вон там уже дом. Да. О, мне так эти красные кусты. Ой, господи, извините. Кусты нравятся просто. Я в восторге. Ходим с Людочкой. Здесь по набережной на Победе. Единственное, что плохо, ребята, нечего даже, да, не перекусить, не кофе попить. Не продают. Люди гуляют, конечно. Ну, что я должна вам сказать? Мы только что там были. Все в кустиках сидят со своим. С бутылочками. И крестины празднуют. Там, где еще не оккупировали, где ремонт они не сделали. Конечно, то, что кофе негде купить, для меня это сильно гнетет. А Люда собирает эти самые листики. Ну что, будем вызывать такси, да, Дуся? Уже? Ну, скоро поедем. Не, ну я расстроилась, честно расстроилась. Когда я смотрела объявление, там не было написано, что... Написано было 16 октября, ждем открытие и расписание. И не было написано, что 150 гривен. Ну, 300 гривен как-то, друзья, ну, я не очень. Да вроде Люда говорит, это не деньги, а потом сама себя я проверила. Говорит, мама, так а шо, говорит, мы там час побудем от силы. Да ну. Ну, нет. То, что там люди приезжали с семьями и разворачиваются. Да ну, здрасте, 150. Ну, да. А надо же купить еще и птичкам там 25 гривен пакет еды. И самим что-то покушать. Вот 1000 и улетит. А АТБ как-никак-то ждет же. АТБ-то ждет. Домой же это надо покупать. Ну, короче, как-то так. Жарко. Ну, ты зато в букете брала. Ну что, хорошо. Сейчас. На такси и дома. Мы уже в эфир сейчас пошли, выйдем и там вот на реке. Все, зачем выходить? Я домой еду. Дома на реке. А, да не, я кушать хочу. И оно же темнеет моментально. Свет будет плохо видно, будет плохо слышно. Звук будет. Если будет дуть сильно, я закрою. Я себе открыла, хорошо. Она уже сама справилась. Пока нормально. Так, гульки гульками, а обед по расписанию. Глянь, ножичка шубы еще осталась, доченька. Обед по расписанию. Сейчас я напишу, хотели сегодня снять, хотели сегодня. Снять контент, да? Снять. Вас. Ски наш миллионер. Местный, да. А теперь ты, когда видишь самолет, ты постоянно орешь, мама, это я полетела. У нас был семейный ужин. Женечка, привет. А у них там красиво, как он бы попасть на всю территорию поснимать. Там целый Янукович. У Вишневецкого, да, там красиво. Там три участка наши. Да? Ну, нормально. Оставь в покое эту палку. Ну, что вы наелись, друзья? И напылась. И напылась? А что ты напылась? Чарочку. Чарочку. Ты что, чарочку пила? Да. Коли ты спила? Рижского бальзама? Да, он в сумке, спрятан. Бесовской, красной. Ай, да ты шутишь. Конечно, шучу. А с чем его разбавлять? Напишите, может быть, я и пила бы. Я не знаю, с чем его разбавлять. Так его я его не пила, вообще не пила. Никогда, кстати, напишите, не пила, по-моему. Напишите, с чем его разбавлять. Бабушка Галя его разбавила с соком. А Катя с водочкой добавила. Катя с водкой! Но она не скривилась, ей нормально. Ну так а что? Можно с водкой, конечно. Можно с водкой, можно вообще можно все мешать. Только потом головка бобо. Так там ты что, такой сборник всякой фигни полезной? Ну я представляю. Вообще вот сейчас надо будет на зиму купить себе егермейстер, бихеров, хай дома будет. Так вот, да? Правильно? И что, будешь бухать сидеть? Что сидеть? 50 грамм выпила, и тебе и никакая тебе корона не возьмет. Никакого алкоголя не надо. Нет, написано, когда еще только корона появилась, говорили, что если пить, угу, то не будешь болеть. Крепкий. Так можешь спиться, чтобы не болеть. Ну, лучше. Понятно. Да, Степаш? Жалко, что я не пью. Я ее туда, она мне обратно. Я ее туда, она мне обратно. Водку вообще, фу, гадость. Что там? Ну? Жопа красная.
Ага, что у него задница ж красная? Степаша! Ну, у него такой окрас. Степаня! Степан, а ну отзовись! Степан! Что-то там услышал. Все. Опа! Все! Погнал! Ну, там же ж собаки его, дружбаны его, там же заброшка. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Ой, что это? Ой, а что это за собачка? Прекрасно! Гляньте, гляньте, сколько собак там, гляньте! Ёперный театр, гляньте! Степа! Степа! Степан! Да, Джек, Джек Рассел, да. Вывез, видно, или заброшку. Какая красивая собачка, маленькая. Беленькая, с пятнышками, Джек Рассел, представляете? Боже, ну где у этих людей сердце? Где у этих людей сердце? Люда, Люда пошла в заброшку. Ну, что там? Боже мой! Ой, гляньте, захожу в эти дебри. Захожу. Да тут уже змеи есть, Люда. Крысы, мыши, наверное. Гляньте, как я иду. Гляньте, я в заброшке. Вот. Виноград в этом году пропал. Давай! Здесь был белый виноград, пропал. О, Господи, воронье. Никого нет, нет. Да ну, Люда, не загнилась там по этим гнидникам. Гнилась. Я проверяю. Ну и толку. Степан, иди домой. Степа! О, и Лиза тут как тут. Степа! Да это бесполезно, пошли, Степа, дочка. Степа! Куда? Дэвин, Дэвин. Придет. Какой заложить он через забор? Вон, Элиза прибежала сюда. Пошли, они там не дало на месте. Да не буду ты заглядывать, лазить там. Не хочу я. Ну, конечно. Если, слава богу, ничего не посвязали. Ну, еще пока никто ничего не понял. Да, конечно. 3 года уже пустую. Глянь, даже невозможно пройти здесь. Ужас. Надо нагинаться. Ой, ой, ой. Что там? Не видно, что там. Гляньте, даже вход зарос. Все цепи выбиваются. Не видно ничего там. Ну, я хотела людям показать, там не видно. Гляньте, винограда сколько в этом году, он весь пропал. Я вижу себя в зеркале. О, Господи, Боже, Люда, ты вижу себя в зеркале. Идем отсюда. Вот Степанчик, вот уже гамнюк. Ой, Лиза, ну, напугала Лиза, меня. Домой. Лизаня! Ой, кошмар, гляньте, плющ лезет от них, лезет и лезет, и лезет, и лезет, плющ, глянь, что робится, Люда. Россия, орехи у вас есть? Да откуда? Давайте мы вам вышлем. На севере нету. Да, вышлем. Дорого посылка обойдется высылать, ты что? Да. Это уже наш туалет, это мой душ. Ой, кошмар. Вот там он, на той полянке, видите, сидела. Это вот там, вот там. Косы, да? Вот тут вот сидела. Вот тут. Вон там сидела, да, вот там собачка сидела. Сейчас. Ой, орехи шикарные. Степан! Пошли, Степан. Так оно большое очень. Ты за него сильно не переживай. Он сиганул, и он сейчас прибежит. Не волнуйся. Стоишь в журнале. Переживает за ним, страшное дело. Давай, сейчас я тебе сделаю диванчик. Сейчас посмотри, сделаю. Я уже думала, а потом думаю, вот дальше получается. Угу. Сейчас я не могу встать. Сейчас отремонтирую, мам. Сейчас. Прямо в яме получаюсь я. Надо тебе новый диван, короче, покупать. Там типа можно все купить. Ой, невозможно, да, невозможно. Типа фиг из-за проблемы. Что ж такое-то телефон какой-то странный? Что такое, дочь? Что так ты часто чихаешь? На что ж у тебя такая аллергия? Это все дичь. Это все дичь? Ой, дельфинарий. Мама. На котов. На котов, так котов нет. Котов нет, пропадает. Блин, пересадила и очень много отдыхает. Уже так столько повырывала. Она уже 5 час, выходим в эфир. Она, конечно. Да, сейчас буду выходить прямой эфир. Сейчас. Фух. Где, подожди, где ты нашла Степашу? Там?
Ты его сама привела? Я его взяла на руки. Он сейчас опять убежал. Да? Да, там он опять. Сучка. И что это, что это была за собака? Похоже на Рассела. На Рассела. Девочка. Ну все. Ну, я думаю, что он-то сигает. И она сидит, его, видишь, поджидала. Под заборчиком видно. Я его отнесла, закрыла в хате, ты его выпустила, он побежал. Я не выходила, бабушка выпустила его. Я нет. Я не буду она... выходить. Конечно, не надо. Так, друзья. Напишите нам потом, как у нас прошел прямой эфир. Мы сейчас будем выходить. Фух.